Здравствуйте! Мы команда Робот Фрэнс. Наш девиз: мы дружны, поэтому сильны. Меня зовут Дарья Федорова, это моя мама. А меня зовут Кристина Васова, это моя мама. Тише, тише, помолчи, здесь не просто печка. Видишь, в доме на печи огненная речка. Из печи течет она, да бела раскалена. То потом из этой стали корабли, станки, посуда. Нынче сталь нужна повсюду. Варить, катать, резать сталь — нелегкая работа, и потому, кто ее настойно выполняет, кто не жалеет сил и любит труд, здесь уважают, славят и металлургами зовут. Наши папы работают на заводе и часто рассказывают о нем. Там много цехов, один из них ФПЦ-1. И какая там самая нужная профессия? И самая нужная профессия — контролер. Контролер, правильно. Нам стало интересно. Нам стало интересно, что они там контролируют. И мы отправились в виртуальную экскурсию. В первый прокат. Вот мы и узнали, что они там контролируют. И мы... Оказалось, работает контролер сложная и опасная. А почему она опасная и сложная? Потому что они загрызают листы горячими, и их очень много. Угу. Мы решили им помочь и создали робот-сканера. Контролер. Из каких частей он состоит, Кристина? Конвейер. Мы с тобой что собрали? Конвейер. Для чего нужен конвейер? Что по нему движется? Листы. По нему движутся листы. Какую мы с тобой скорость установили? Сначала мы установили 5, но подумали, что это очень быстро, и поменяли на 1. И написали для него что? И написали для него программу. А мы с тобой что собрали? Мы с мамой собрали робот-сканер. Покажи его. Вот. Благодаря чему он движется? Благодаря он движется... Двум системам. Какая-то передача? Зубчатая. Правильно. И моторчик. Моторчика. Да? Что делает наш робот-сканер? Он проверяет листы на ровность, на толщину и размер. Да, и написали тоже для него программу. Сейчас девочки вам продемонстрируют, как это все вместе работает. Давай. Нажимайте. Хорошо. И самое главное, что робот-сканер не заменяет контролера, он является его помощником. Но чем он лучше человека, робот-сканер? За сколько он выполняет работу? За 3 секунды. За 3 секунды всего. И самое главное, что? Не опасно для человека. Все верно. Спасибо за внимание. До свидания.